Если ты будешь продолжать верить и попадешься снова, ты останешься в тюрьме навсегда. Лишь исполнение Божьей воли мое призвание, и не волнуюсь больше я о будущем своем. К Богу любовь избрал для себя, буду верным Ему до конца. Не важно, как велики опасности и трудности, как извилист и тяжек лежащий предо мною путь. Раз я стремлюсь в тот день, когда Бог славу обретет, я оставлю все позади и пойду за Ним вперед. Быстрее!